Наша кронштадтская делегация прибыла сюда, в Донецк, буквально вчера, и мы прибыли с такой духовной и патриотической миссией, привезли иконостас в разгромленный храм Донецка. Осенью прошлого года нас, кронштадтцев, глубоко возмутил тот факт, что в Донецке подвергаются гонению священнослужители и разоряются, сжигаются храмы. И одним из этих храмов был храм, освященный во имя отца Иоанна Кронштадтского. С удовлетворением отмечу, что иконостас уже собран, он находится в храме на своем прежнем месте, и поэтому состоится праздничная божественная пасхальная литургия сегодня. И мы верим, конечно же, что с воссозданием и с возрождением наших православных храмов на Донецкой земле возродится и установится мир. Председатель Народного совета Андрей Пургин выразил слова благодарности гостям и передал благодарственные письма Владимиру Путину, Леониду Слуцкому, патриарху Кириллу и Андрею Кононову. Я хотел бы по поручению общественного совета города воинской славы Кронштадт наградить ваших депутатов, наградить ваших общественников памятной медалью нашего общественного совета Кронштадта. 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Пусть эта маленькая награда будет напоминанием всем нам о том, какое зло творилось и как наши отцы и деды победили это зло. И мы с вами будем достойны памяти наших отцов и дедов и не дадим здесь, на Донецкой земле, развиваться дальше этому злу. Алина Черняева, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ.